Привет всем! Сегодня у нас на обзоре замороженные сурими, охлажденные сурими, мясо камчатского краба в собственном соку. Мы сравним их по вкусам, а также с открытыми глазами попробуем угадать, что и что. Мы обсудим, насколько цена камчатского краба оправдана и насколько она вкуснее или не вкуснее сурими. Поехали! Как бы у палочки открытия, думаю, нет смысла сравнивать, потому что они, в принципе, одинаковые, что замороженные, что охлажденные. Давайте рассмотрим нашего камчатского краба. Мы купили такую баночку камчатского краба. Написано, что он натуральный, в собственном соку. Здесь 200 грамм. Здесь получается 210 грамм всего, 140 грамм именно чистого краба. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Выглядит он таким образом. Не очень аппетитная консистенция. По запаху. Только открыли баночку, сразу почувствовали яркий запах краба. Сейчас оператор попробует максимально сделать похожую консистенцию краба и крабовых палочек. Будет давать на пробу закрытыми глазами. И я должен буду угадать, какая из них заморожена, какая охлажденная и какой камчатский краб. Замороженные мы палочки довели до состояния охлажденных, ранее убрав их в холодильник. Давайте перейдем к тесту. Пока отходил, оператор подготовил сурими и камчатского краба таким образом, чтобы они были между собой похожи. В комнате летает очень яркий до сих пор запах краба, поэтому по запаху определить будет очень сложно. Будем пробовать по вкусу. Давайте перейдем к первой позиции. Скажешь, когда рот открывать. Это еще нет. Вкус довольно яркий. Это, конечно же, краб. Шучу. Но по вкусу это явно сурими. Думаю, что замороженное. Давайте следующее. Скажешь, когда рот открывать. Хорошо. Вкус более натуральный, сочный, ярко выраженный, с нотками рыбы. Поэтому, конечно, я думаю, что это краб. Перейдем к третьей позиции. Вкусный такой яркий, как у первой и второй позиции. Думаю, что это... Уже даже сомнение, что то было замороженное. Пусть это будет охлажденное сурими. Давайте снимем повязку и узнаем, какой последствия, что мы попробовали. Ты угадал все. Я угадал все? Угу. Ну, что, говори. Замороженное, это охлажденное. Такое. Я, по-моему, наоборот сказал. Нет, ты сказал, это замороженное первое было. Да? Второе был краб, а третье. Ну, краб был на самом деле очень яркий вкус, сочный и с нотками рыбы. Поэтому его было бы сложно не угадать. Давайте уже... Видя это все, попробуем еще раз краба, разберем его по вкусу. Давайте более детально рассмотрим, как они выглядят в самой банке. И сравним сравнение между обычной крабовой палочкой.
Мяса тут довольно-таки много. Сложно ухватить целый кусок. Как его взять так, что... Давайте этот кусок возьмем красивый. Если разобрать вот крабовая палочка и краб, он более волокнистый, сочный, обладает формой с клешни, потому что мясо у краба берется именно оттуда. Ну, имеет не идеальную форму. В целом, в принципе, также снаружи красный, внутри белый. Поэтому не зря крабовые палочки таким образом изображают. Давайте еще раз его попробуем. По вкусу. Обладает ярким вкусом. Отличается от мяса краба, если вот мы до этого пробовали, варили крабов. По вкусу отличается. Этот более яркий вкус за счет того, что он в собственном соку настоялся. Также напоминает нотки креветки или рака. Сейчас он довольно-таки в доступе. Мы эту баночку купили в Окее. Также можно заказать в интернет-магазине сейчас краба в любой город России. Советую всем попробовать. Сурими абсолютно не напоминает. Вкус у сурими слишком слабый. Более такой сладкий. Никакого рыбного оттенка не наблюдается. Здесь больше наблюдается сочность, яркий вкус самого краба, нотки креветки и рыбы. Вот мы сравнили сурими с камчатским крабом. Разница колоссальная. Советую всем попробовать. Поддержи нас лайком. Пиши в комментариях, что еще нам сравнить в следующем видео. Всем пока!